Итак, анекдот. Рассказывает Макс Манулов. Автор хуй его знает. У 78-летнего Джо Байдена день рождения. Должны прийти его друзья-демократы. Купил он торт, пирожные и положил все это на кухне. А так как память уже не та, написал записку, что и в каком порядке надо делать, и прикрепил на холодильнике. Первое. Напоить чаем. Второе. Угостить тортом. И третье. Угостить пирожным. Наконец, пришли друзья-демократы. Джо идет на кухню и читает. Первое. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, и все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чай. Он приносит в комнату чай, все опять же пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все опять же пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чай. Он приносит в комнату чай, все опять же пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все опять же пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чай. Он приносит в комнату чай, все опять же пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай, все пьют. Он опять идет на кухню и читает.
напоить чаем. Он приносит в комнату чай. Все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай. Все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай. Все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай. Все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай. Все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай. Все опять же пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай. Все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай. Все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай. Все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай. Все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай. Все пьют. Он опять идет на кухню и читает. Напоить чаем. Он приносит в комнату чай. А там уже все обоссались.